Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. В чем разница между наукой раскрытия и обычной наукой? Обычная наука раскрывается только в нашем разуме, в материальной плоскости, без вмешательства веры выше знания. Духовная мудрость, духовная наука раскрывается науке на уровне веры выше знания, который может постичь человек. И тогда разница между достижениями этого мира и постижением высшего мира, между Малхут и Биной, человек постигает духовное. Это вообще мы говорим о восприятии реальности, отличающемся от того, которое есть у нас в нашем мире. И что стоит мне мост оттуда туда? Еще раз. Как я строю мост из этого состояния в желаемое состояние? Нет моста. Нет моста, дорогой. Ты должен просто оторвать себя от этого мира, жить в нем столько, сколько тебе необходимо, как животное, но все твое восприятие от духовного мира без всякой связи, нет никакого моста с этим миром. Шигуру. Иначе ты выстроишь новую религию.